Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня мы будем тестировать новинку от Faberlic. Это Greenly, новый наш стиральный концентрированный порошок у меня для белых и светлых тканей для стирки в жесткой воде. Он у нас рассчитан на 26 стирок и предназначен именно для того, чтобы стирать в жесткой воде. Вот вся подробная информация. Из-за того, что наша вода жесткая, ткани сереют, машинка у нас забивается, да, образуется накипь, плохо стирает. И ткань выглядит застиранной, серой, плохой, да, вот именно вот, кстати, вот таких вот функций мне не хватало в старом стиральном порошке, почему я вам говорила, что я его не люблю. Мне казалось, что вещи после него застираны. Вот этот порошок должен все устранять. Производитель у нас Нидерланды. И эксклюзивно для Faberlic, производит в Нидерландах. Вот артикул 118.91, здесь тоже 800 грамм. Энзимы и минералы. Вот состав, девчонки, я уже сравнила для себя состав вот этого порошка и нашего старого порошка. Ну, не старого, а тоже обновленного вот это. Посмотрите, этот состав. Здесь хочу сказать, что меньше соды, меньше отбеливателя и вообще как-то меньше компонентов, но они другие. И вот состав порошка, так он у меня, горная свежесть, обновленная, да, версия, универсальный. Вот его состав, чтобы вы могли сравнить, да, можете нажать на паузу и посмотреть, сейчас рядышком попробую, и посмотреть составы. Вот, да, здесь меньше соды, меньше отбеливателя, не знаю, как он будет отстирывать, девчонки, сейчас тестирую с вами его на пятнах, а потом буду уже стирать, пробовать на белье, посмотрю. Так, девчонки, у нас он без отдушки. Сейчас я его достану, мне, я не покупала еще себе, я не VIP, мне на пункте выдачи дали порошок, чтобы я протестировать его смогла и показать вам, надо вообще оно нам или нет. Вот он у меня здесь порошок. Так, а это, смотрите, у нас уже не мерная ложечка идет, а вот такой пакетик. Дозируйте правильно, 60 грамм на стирку получается у нас, да? 60-40. Посмотрим. Стиральная машинка 4,5 килограмма, 30-40-60 грамм, если сильные загрязнения. Ручная стирка на 10 литров воды, то есть он предназначен у нас и для ручной стирки, да, максимум 40 грамм. А на машинку, при, смотрите, 4,5 килограмма, ну, при средней забитости, даже если у вас машинка 6 килограмм, практически при полной забитости и сильных загрязнениях 60, а так и 30 достаточно. Вот у нас есть разметка внутри, я вижу 40, и вот там внизу, девчонки, вам не видно, засвечивает, есть 30 грамм. 30 грамм это где-то вот так. Так, ну и давайте приступать к тесту. Вот как выглядит порошок сам. Он гранулированный. И у него, правда, девчонки, нет абсолютно никакого запаха. Абсолютно никакого. Он действительно без отдушки. Сегодня мы будем с вами тестировать такие пятна, как чернила. Я взяла кусочки хлопчатобумажной ткани. Мы, кстати, протестируем, ну, как бы, и наш вот этот порошок. И сравним опять с ушастым нянем и тайдом. Чернила. Так. И кетчуп у нас с вами будет. Возьмем 4 емкости и нальем в них водичку. Сейчас пропитаем пока ткань кетчупом, чтобы немножко хотя бы впитался. На все 4 кусочка я наливаю кетчуп. Я не знаю, наверное, ложечкой давайте с вами его размажем. Ну, уже ткань, в принципе, окрашивается. Ткань окрашивается. Вот так размажем, чтобы пропиталось еще лучше, да? Пока кетчуп у нас впитывается, будем с вами начинать с чернил. У меня есть вот таких 3 стаканчика, но нам понадобится 4, поэтому один будет слегка отличаться. В них мы будем наливать воду. Девчонки, ну давайте 30 градусов. Температура 30 градусов. Вот колонка у меня, я включила на 32 градуса. Наливаю в кувшин. Вот, все, в кувшинчик налила водички. Будем разливать сейчас по емкостям. Разливаем нашу воду по 4 емкостям. Приблизительно одинаковое количество. И будем добавлять порошки. Так, вот сюда побольше, сюда чуть-чуть еще. Все, разлили нашу воду. Так, давайте возьмем с вами ложечку. И вот эти порошки, так как они не концентрированы, добавлять будем в большом количестве. В первый стакан добавим ушастый нянь. Прям почти 2 ложки с горкой. Так. Сейчас отдельные ложечки надо брать, наверное, для каждого средства, а то эксперимент не будет чистым. Дальше у нас идет тайд. Он у нас для цветных, но нет другого в наличии. Так, его тоже будем сыпать много, он тоже не концентрированный. Вот так, с горкой. Так, еще ложечки. Чайные ложки мои кончаются. Все, нашла 2 еще. Так, вот в этот стаканчик мы сейчас положим с вами наш стиральный порошок Faberlic обновленный. И положим мы его, ну,
чуточки, он концентрированный, да, вот так вот. Наверное, еще поменьше, даже 1/3 чайной ложечки положим. Так, а тут что у нас голубое почему-то? А, это стакан окрашенный. Так, и кладем наш новый порошок, новинку нашу. Тоже чуть-чуть, потому что он у нас концентрированный. Вот так. По стаканчикам пока видно, да? Ну, я уже вам показывала в предыдущем видео. Кто не видел, тогда приложу, что ушастая нянь у нас не растворяется. Болтай, не болтай. Хотя в прошлом видео мы делали где-то комнатной температуры водичку, то здесь у нас даже 30 градусов, да? Вот, тает. Тоже не растворяется. Наш порошок практически полностью растворился. Может, несколько гранул еще внизу плавает. Так, новый порошок. То же самое, практически полностью растворился. Вода такая мутноватая, да? Так, теперь берем с вами чернила. Так, я ложки уже убираю. У меня тут помощники, они будут палочками мешать. Кладем в каждую емкость по тряпочке с чернилом. И будем мешать. Давайте мешать. Так, все, теперь другие палочки берите, чистые. Эти отложите. Так, это сюда у нас будет. Это от этого. Поболтали? Все. Кладем. Давай. Отходите. Давайте посмотрим на первоначальный результат. Ушастый нянь можно даже не доставать, мы видим, да? То есть это прошло 10 секунд. Так, этот порошок у нас тает. Тоже чернила на месте. Порошок Фаберлик. Чернила посветлели, но еще на месте. Так, и новый наш порошок. Чернила тоже пока на месте. Предлагаю оставить минут на 5. Давайте еще поболтаем. Все. И предлагаю оставить минут на 5 и посмотреть, что через 5 минут произойдет. Через 5 минут ничего особенного не произошло. Я подождала еще 5. В итоге получается 10. Давайте смотреть результат. Дети у меня тут интенсивно болтали все. Девчонки, кто думает, что результат недостоверный, я что-то тут могу подмешать, да, когда выключаю камеру. Я вас могу уверить, что это не так, потому что я не консультант Фаберлик. Я тестирую для вас продукты, новинки, снимаю честные обзоры. Мне это не нужно. Мне Фаберлик не доплатит ни копейки за то, что я похвалю порошок там и так далее. Или я его там буду продавать там сейчас пачками, да, вы думаете? Нет. Поэтому все по-честному. Вот у нас ручка в ушастом няне, как выглядит. Вот, да. Есть небольшой результат, и окрасилась вода в голубой цвет. Видите? Вода в голубой цвет. То есть, если бы мы постирали бы с какими-нибудь тканями бы это все дело, то у нас бы окрасились ткани. Так, сейчас я руки вытру. Дальше поехали. Тает. Тает почему-то вода стала какая-то коричневая, не знаю почему. Сейчас посмотрим, что здесь у нас получилось. Ручка посветлела, так с какой стороны, с вот этой. Но она тоже на месте, но посветлела, да? А водичка, вот порошок так до сих пор и не растворился, и она какая-то, не знаю, серо-грязная, что ли, да? Хотя у нас для цветных тканей тает, да, он должен был ручку более-менее отстирать, но что-то не очень. Хотя, вы знаете, я раньше тает Ариэль любила. Так, поехали дальше. Теперь порошок у нас, наш вот этот универсальный Фаберлик. Горная свежесть. Так. Так. Слушайте, ну с какой стороны? С вот этой. Ручку еле-еле видно, но она тоже есть. Но еле-еле видно, да? Это с учетом, что мы ничего не застирывали, а просто поболтали 2 минуточки. Вот, видите результат? Так, зачем же я тать так вот бросила? Так, и теперь новинка. Гринли. Сейчас посмотрим с вами. Так. Наш порошок из Нидерландов. Вы знаете, он ну почти так же, но мне кажется, чуть получше. Вот еле-еле, видите, вот еле-еле кое-где заметно. Хотя я, кстати, вот ожидала, что вот этот порошок будет лучше наш, потому что там больше соды, там больше пятновыводителя. Вот. Еле-еле, да? То есть, если в машинке мы постирали бы, то точно отстиралась бы ручка 100%. Так он просто полежал в растворе, да? Если бы мы постирали в машинке, то он бы отстирался. Так, ну вот такой у нас результат на ручке. Давайте, девчонки, будем с вами теперь тестировать кетчуп. Вот для наглядности, да, результат всех 4 средств. Все-таки Гринли лучше. Так, мы убираем наши тряпочки с ручкой
и берем наши... Котен, тихо, сейчас вляпаешься. Берем наши тряпочки с кетчупом. Одна. Я в этом же растворе буду, потому что, ну, как бы, а чего уж. Вторая. Третья. Подожди, надо же показать, а то вдруг подумают, что мы мухлюем. Берите палочки и болтайте. Ну, как будто становится такое. Мы на другом видео потом им покажем, что мы не мухлюем. Не докажем. Оранжевый. Ну, конечно, это же кетчуп. Он еще и с частицами. У нас прованские травы. Да. Вот. Болтаем. Сейчас оценим с вами первоначальный результат сразу. Не отстирается. Не отстирался. Кетчуп хорошо уже впитался в ткань. У меня... Болтай, болтай. Не отстирался. А я вот эти буду болтать. И... Так. И вот этот. Поболтали? Как так. Следует? Так, все, отходите. Я... А куда ты тянешь палку? Все, отходите, давайте смотреть первоначальный результат. Ушастый нянь. Да? Пятно. Вот. Положим, конечно, еще с вами тоже на 5-10 минуточек оставим. Тает. Мне кажется, еще хуже ушастого няня. Так, надо вытереть руки для чистоты эксперимента. Это правда. Да. Вот это, ну, порошки-то, чтобы лучше не смешивать. Сейчас, подожди, зайчик, сейчас. Так, вот. Пока тоже есть пятно на нашем универсальном. Но бледнее. Посмотрим это. Да, давай покажи. Ну, отстиралось чуть-чуть. Есть еще бледное пятно, да? Поближе, да. Давай под камеру. Вот. Вот сюда смотри, вот так. Вот. У меня. Это Гринли, да, у нас это новый порошок. Вот это. Давай, а кладем его обратно. Еще немножко поболтаем. И оставим, ну, тоже на 5-10 минут. Поболтали. Водичка везде окрасилась, кстати. Ну, и плавают чуть-чуть. Прованские травы от кетчупа, да? Так. Ничего не перепутать. Ну и все. Кстати, смотрите, вот в Гринли вода светлее всего. Видите, какая? Это наш порошок. Чуть понасыщенней окрас. Но он, смотрите, прозрачный. То есть вода прозрачная. В Гринли она какая-то помутнее. Не знаю, за счет чего это. Эти варианты, конечно, я вообще молчу. Порошок до сих пор не растворился. Он там, видите, хлопьями, кусками где-то валяется на дне. То есть эти средства не выстирываются. Это все понятно. Ну все, оставляем на 5-10 минут. Будем смотреть. Итак, девчонки. Наверное, прошло минут 7-10, даже не болтали, вот только вместе с вами оставили, так оно и стоит. Все, давайте смотреть. Самая светлая водичка все-таки у Гринли, хочу сказать. Вот это видно, да? Она самая светленькая. Давайте глядонем. Так. Слушайте, от пятна никакого следа. Вообще. Это круто. Следующий порошок Faberlic универсальный. Ну, вы знаете, еле уловимое, еле-еле-еле, прям вот еле желтенькое есть. Еле-еле. Так, фокус, фокусируйся, на чем нам нужно. Прям вот еле уловимое. То есть, опять, я удивлена, девчонки, у меня прям ставки были на самом деле вот на этот порошок. У него состав помощней. Так, дальше тает. Смотрим. Пятно на месте. Посветлело, конечно, но оно на месте, вот видите, да? Вот оно. Вот пятно. Довольно, кстати, выраженное. Так, и ушастый нянь. Здесь гораздо лучше. Гораздо лучше. Кстати, по-моему, в том эксперименте вот тоже Тайт повел себя хуже. Понятно, что он для цветного белья, да, он у нас не для белого. Но, тем не менее, здесь есть пятно, но оно не такое яркое, скажем так, как у Тайда. Вот общая картина, вы все видите сами. Вот такой вот результат. Ну, девчонки, что могу сказать, что для себя я отметила. Я не собиралась брать, если честно, новинку, потому что меня сейчас полностью устраивает вот этот порошок. И потому как он отстирывает, и он стал гораздо лучше, у него гораздо круче состав. Вещи не застирываются, пятна все отстируются, все замечательно. Но я теперь обязательно возьму вот эту полную версию. И тем, что у меня здесь осталось, мне, наверное, стирки на 3, мне кажется, хватит. Я тоже обязательно еще посмотрю, постираю вещи, да, и цветные, и белые. Он у нас хоть для белых и светлых тканей, я им попробую постирать все. И темные, и цветные, и пятна какие-нибудь застарелые найду, тоже постираю в машинке, посмотрю, как он себя поведет. И напишу обязательно в ближайшее время пост в Инстаграм по этому порошочку. Результат, конечно, крутой. Я, ну, другого не ожидала, если честно, потому что, когда мы проводили опыты с этим порошком с зеленкой, да, некоторые писали под видео, что фейк, туда-сюда, зеленку с ним, давнишний опыт еще проводили, Amway, по-моему, и так далее. Вот сегодня мы взяли с вами другие пятна, и вы видите все сами. Смысла что-то мне придумывать нет, еще раз говорю, я не занимаюсь продажей продукции Faberlic, я заказываю для себя и для своих родных и знакомых, как бы. Вот. Поэтому я довольна, я буду брать, как появится у нас в каталогах, и
разрешат нам заказывать на сайте. Вот этот порошочек обязательно я возьму. Он, по-моему, 399 рублей будет стоить, плюс скидка консультанта, ну, наверное, рублей за 330. Невеликие деньги, да, чтобы позаботиться о своей машинке и о своих тканях. Поэтому буду брать, девчонки, буду брать. Посмотрю, если сильной разницы на машинной стирке между этим и этим порошком не будет, я, конечно, останусь на этом, потому что, ну, он более выгодный, скажем так. И он у нас на 30 стирок, а этот на 26, поэтому более выгоден, экономичен. Так что вот так, девчонки. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я вас всех люблю, целую. Берегите себя. Пока-пока.